Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Пошла я в лес, чтобы снять какие-нибудь полевые цветочки за огород. Это у нас находится метров 500 за огородом. Вот начались первые полянки с первыми цветочками. Здесь каждый год вот таких беленьких цветочков полным-полно. Их прямо много. Они цветут такими полями. И так ароматно пахнут. И вот они, я иду по дороге, вот по такой. А они по обочине, эти цветочки. Расцвел. Это называется мышиный горошек. Такие цветочки. Вот. Поле. Лобозник еще не цветет. Кустарники какие-то засохли. Не знаю почему. Они тоже начинаются прямо заросли. Вот начинает лобозник, только еще распускается. Все беленькое. Зеленая трава и белые цветочки. Вот. Такая красота. Здесь больше горошка синенького. Начинает цвести осот. Самая вот какая полянка замечательная. Замечательная полянка. А вот это вот, наверное, мышиный горошек. А то не знаю, как травка. Начал цвести. А так в основном вот это белые цветочки, даже не знаю, но до того они такие ароматные, прямо аромат такой стоит на полянке. Идем к речке. У нас здесь дальше идет речка, берег реки. Какая красота.
такое поле. И почему-то вот они на берегу. Вот что-то собачка побежала. Почему-то на берегу любят эти цветы. А вот пчелка. Пчелка ищет нектар. Ищет нектар пчелка. Ароматные душистые цветы. А вот полянка синеньких. Синеньких красотулек таких. Тут решил шмель. Шмель. Хочет шмель. Тоже нектар. И тоже смотрю, пчелка еще одна. Ой, нет, даже две. Пчелка. С цветочка на цветочек. Значит, они какие-то медоносные. Цветочки эти. Значит, медонос. Но в особенности вот все, больше всего вот все это белое цветет. Вот такая красота. Они прямо густым ковром. Вот ложатся густым ковром. Очень красивые. О, даже муха здесь сидит. Думаю, что такое в камере? Это муха. Вот здесь я встретила такие шапки. Такие шапки лобозняка. Какой кустик. Красавец просто на нем, смотрите. Жучок какой-то присел. Что-то тоже, видать, нектар какой-то ищет. Вот. Какая красота. Шапки. Лобозняка. Вот эти синенькие. Наверное, медонос. Еще кустик лобозняка. Какой кустик. Вот какой высокий лобозник будет, еще не расцвел. Много его. Здесь больше лобозника. Прекрасный кустик.
Мышиный горошек. Вот это точно мышиный. И трава на береге очень высокая. Вот обратно пчелки. Пчелки ищут мед. Вот этот тысячелистник. Это лекарственное растение. Его настаивают и пьют как лекарство. Ой, кусаются комары. Да, и лобозник тоже. Его настаивают, заваривают кипятком и пьют как лекарство. Вот я заметила. Тысячелистник. Вот какой красивый лобозник. Вот такая у нас речка. Мы ходили на том берегу. Сейчас перешли через этот ручеек и попали на этот берег. Берег речки зарос стальником. Там он уже, видать, крыши домов. Начинается село. Здесь мальчишки приехали на велике. А вон наш папа. На лодке катается. Сети ставят. Смотрю, вот сетки, рюкзаки. Рыбаки лодки свои тянут. Ну, сколько лодок. Ну, вот такая красивая речка. Вода холодная. Жары пока у нас нет. Зато в мае жарило по плюс 30 и по плюс 35. Сейчас 20-24 градуса. Так что наступил. Наступает, вернее, июль, а тепла нет. И если посмотреть, то берег речки вот так тут весь зарастает тальником. Вот здесь еще, где рыбачат маленько, там все в тальнике. И здесь. Везде зарастает все тальником. Вот нашла полянку желтеньких. Назывались они когда-то, по-моему, собачки. Такие собачки. Когда-то, помню, в детстве мы их называли собачки.